пока Пушкин с нами, поверьте, мы непобедимы. Словно зеркало русской стихии, отстояв назначение свое, отразил он всю душу России. Сидел в президиумах, вообще был почетным председателем членов различных комитетов, которые создавались, связанных с памятью его отца. Начиная с 99 года, его таскали везде, и всегда ему это уже и надоедало. У него уже в конце жизни сложилось такое очень странное отношение к самому себе, потому что он понимал, что интересует прежде всего окружающих именно как сын гениального русского поэта. В нашем календаре есть замечательная дата. 6 июня. Праздник русского языка. Подлинный День России. На бескрайних просторах слово Пушкина объединяет и роднит все сущие языки нашего Отечества, связывая их особой гармонией речи. Этот памятник скульптора Опекушина появился в Москве в 1880 году. В тот год день рождения великого поэта в России отмечали с большим размахом. Чистая июньская звезда, поэтов убивают на дуэли, но их не забывают. Никогда! Лицеисты, соученики Пушкина были первыми, кто сказали, что надо ставить памятник Александру, их собрату. Сначала либо в Царском селе, вот была такая идея у лицея, или в Петербурге, но потом Матюшкин предложил все-таки поставить первый памятник Пушкину на родине, в Москве, и вот на Тверской он стоит. Жизнь гения – такое же народное достояние, как и его творчество. Наследие поэта, его судьба – любовь и страсть, триумф и гибель – неизбывные темы для многих поколений. А дети гения, их судьбы и даже талант, вероятно, обречены оставаться в тени величия и славы родителя. Мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, вынуждены в силу создавшихся условий принять необходимые меры, повелели привести армию и флот на военное положение. Летом 1914-го мир услышал о войне. Никто еще не думал, что ее назовут мировой. Для России она станет отечественной, и жизнь пойдет совсем иначе. А пока в газетах рядом с историческим манифестом императора
рекламная суета и едва заметный скромный некролог. 19 июля скончался генерал от кавалерии Александр Пушкин. Александр Александрович – старший сын великого русского поэта. Северная столица. Здесь каждая улица и почти каждый дом – свидетели исторических событий. Сюда тоже часто приходят туристы. В тени аллеи можно с комфортом устроиться, отдохнуть. Черная речка. Так исторически называется место. Летом 1833 года семья Пушкиных жила неподалеку. Здесь же, по воле судьбы, прозвучал и смертельный выстрел последней дуэли поэта. Над роковой пулей еще 3,5 года. А пока в семье ждут прибавления. Пушкин написал мне, чтобы сообщить о благополучном разрешении Таши. Она родила мальчика, которого нарекли Александром. Рыжим Сашей Александр очарован. Всегда присутствует, как маленького одевают, кладут в кроватку, убаюкивают, прислушиваются к его дыханию. Уходя, 3 раза его перекрестят, поцелуют в лобик и долго стоит в детской. Не так уж много довелось общаться отцу с сыном. Мальчик был еще сравнительно маленький совсем, поэтому, конечно. Отец привез ему откуда-то с какой-то ярмарки, какие-то там то ли свистульки, в общем, какую-то игрушку, которая его восхитила, и он был этим очень доволен. Как-то он шалил, и отец его за ухо, значит, потрепал и говорит, очень больно было. Вот это он тоже помнит. Сам поэт писал жене. Не дай бог ему идти по моим следам. Писать стихи да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плечи обуха не перешибет. Мне так знаком уютный этот дом, знакомый флигель и швейцар в ливрее, но я не ждал, что в зале для коктейлей мне музыка напомнит облом. Мне так знаком уютный этот дом. Эти часы были остановлены Василием Андреевичем Жуковским в 14:45, в минуту смерти Пушкина. В тот день, воспетая поэтом в стихах, обожаемая им Натали осталась одна, с 4 детьми на руках. Старшему из сыновей Александру шел 4-й год. Она, конечно, очень болезненно пережила это, просто была на грани безумия, как говорят современники. Писали, что у нее раскрошились зубы. Она кричала ночами, она звала Пушкина. Пресвитер Василий Бажанов. Вот, может быть, эти беседы со священниками ее как бы немножечко привели в чувство, утихомирили. Он ей сказал, что нужно думать и о семье, и о детях, что она сейчас ответственна за них. Я начну свое письмо, дорогой Дмитрий, с того, чтобы сообщить тебе большую и радостную новость. Таша выходит замуж за генерала Ланского. У него благородное сердце и самые прекрасные достоинства. Его обожание Таши и интерес, который он выказывает к ее детям,
являются большой гарантией их общего счастья. Наталья Николаевна Пушкина, Петру Ланскому. Благодарю тебя за заботу и любовь. Целой жизни, полной преданности и любви, не хватило бы, чтобы их оплатить. Тут сыграла роль и характер самого Петра Петровича, и Натальи Николаевны. То есть они смогли сделать так, чтобы и дети полюбили его, а он просто принял их как своих. Вчера был день рождения Саши. Ему исполнилось 16 лет, и я сдержала обещание, давно данное мною детям, провести этот день в Парголове. День был хороший, и я сделала необходимые распоряжения. Саша так жаждет всяких перемен и нетерпеливо стремится стать мужчиной. Покинуть родительский кров для него – это уже шаг, который, как он полагает, должен приблизить его к столь страстно желаемой паре. После смерти Александра Сергеевича император Николай I объявил, что он лично будет опекать. И официально было издано распоряжение государя, кто и как должен опекать эту семью. Василий Жуковский – один из основоположников романтизма в русской литературе. Автор блестящих элегий и песен искренне ценил поэта. Он и обратился к императору с ходатайством об опеке над детьми и имуществом камер-юнкера Пушкина. Из личного распоряжения Николая I. Заложенное имение отца очистить от долга. Вдове пенсион и дочерям по замужеству, сыновей в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлении на службу. Это привилегированное военное учебное заведение. Недаром называется пажеский корпус, потому что выходили оттуда уже, имея образование, которое позволяло служить в армии и в то же время позволяло служить при дворе. После выпуска из пажеского корпуса, 1851 год, он поступает корнетом в полк своего отчима, лейб-гвардии, конный полк. Мы уже возвестили любезным нашим верноподданным о причине несогласий наших с атаманскую портою. Против России, сражающейся за православие, рядом с врагами христианства становятся Англия и Франция. Да воскреснет Бог и расточатся врази его. Николай I. Император России. Весна 1854 года. Молодой поручик Александр Пушкин служит в составе стрельнинского отряда, охраняя морские границы города. Против России на Балтике начинали активно действовать чужие корабли. Силуэты их уже маячили на горизонте Финского залива, и поползли слухи: враг двигается к столице. Петербург замер в тревожном ожидании. На днях мы были в Петропавловской крепости. Солдаты, по всей видимости, не отказались бы направить дулы своих пушек на английские корабли. Однако с 14 числа флот так и не двинулся с места. Десант у Петербурга не высадился. Остановили минные заграждения и артиллерия крепостей Кронштадта. А молодой офицер-кавалерист Александр Александрович Пушкин получил первый опыт боевой подготовки. Эти места станут ему по-особенному близкими. В имении Васильчиковых, родни Ланских, Александр часто бывал, заезжая в гости.
Атмосфера усадьбы притягивала. Именно здесь молодой офицер проведет много счастливых дней с очаровательной Софьей Ланской, племянницей своего приемного отца. Девочка росла здесь, она была сирота. Петр Петрович Ланского являлся ее опекуном. И именно в этой семье, где проживали и Александр Пушкин, Софья Александровна, между ними возникло чувство великое, на котором они сообщили Наталье Николаевне, и она была безумно рада. Она уже подозревала, что и Софья Александровна выйдет примерная мать, образцовая жена, и уже видела, что Софья Александровна была влюблена в Александра Александровича. То есть, конечно, чувства были, и хотя злые языки говорили, что невеста намного богаче жениха, но только вызывала улыбку у молодых. Брак будет удачным. В семье родится 11 детей. К несчастью, одна из девочек, Соня, и сын Петр, умрут совсем маленькими. Но остальные проживут полную ярких событий жизни. Летом 1870 года Александра Пушкина перевели в Вильнюс и назначили командиром 13-го Нарвского гусарского полка. За год до этого вручили погоны полковника. Военная карьера на взлете. Он молод и счастлив с любимой Софьей. Недавно у них родился сын Сережа. И, кажется, вся жизнь впереди. Плывут, плывут, как мысли. И в тень зовут росистые леса. Как царь любил богатые чертоги, так полюбил я древние дороги. И голубые вечности глаза. Неожиданная болезнь Софьи перечеркнет все. Хотя начиналось вполне обыденно, даже невинно. Как и бывает во все времена. Думаю, что Александр Александрович, ну, как любой мужчина, мог просто увлечься молодой, какой красивой дамой на балу. Конечно, Софья Александровна приняла это очень близко к сердцу, покинула бал. И мы знаем, что такой апрельский коварный ветерок, он сделал свое дело, когда она ехала в легком одеянии, разгоряченная после бала в карете. После смерти Софьи Александр Александрович, возвращаясь в усадьбу, каждый раз неизменно бывал у могилы супруги. Он вставал на колени, прижимался к холодному мрамору лбом, просил прощения, что так вышло, что он остался жив, а Софья Александровна ушла в иной мир. И затем, говорят, пешком уже шел в этот дом. На память о ней Александр Александрович заказал памятные медальоны. Из серебра они были выполнены в Москве. На верхней крышечке мы видим две
буковки латинские «С» по Софье Пушкина. На обороте даты ее кончины, и в каждый этот медальон был вставлен локон, срезанный с головы их матери. Вот таким образом Александр Александрович постарался эту память и оставить. Бальный зал. Вот здесь бал был. Вот здесь приходили гости, танцевали танцы. Красиво. Плывут, плывут, как мысли облака. Усадьба в селе Лопасня-Зачатевская навсегда привязала Александра. Здесь жила его любовь. Уезжая на войну и доверяя самым близким, он отправит сюда детей. Самого Пушкина честь и долг офицера звали в строй. 5 мая наш полк выступает и идет прямо за границу. Теперь, любезный брат, уходя в поход, не мешает мне подумать и о будущем. Все мы под Богом ходим, и придется ли вернуться, еще неизвестно. Во всяком случае, тебе поручаю я детей своих, и в случае чего прошу быть их опекуном. Из новостей, ходивших на базаре, одна крупная. Рассказывали, что эмир Бухарский в Самарканде готовится воевать с Россией. Я посмеялся тогда вздору, каким показалось это известие. Я не вижу другого исхода из нашего безобразного положения. Одни русские революционеры желают мира. Они воображают, что это скомпрометирует государя в глазах народа. Все чувствуют, что началось что-то окончательное. Наступает конец чего-то прежнего и делается шаг к совсем новому. И шаг этот делает Россия. Все попытки болгарского народа вести борьбу за свое освобождение от турецкого ига успеха не принесли. В русский язык вошло слово «башибузук». Это турецкое слово, которым обозначали нерегулярное соединение, нечто вроде карательных отрядов, которые на Балканах фактически занимались истреблением населения этого региона. Жертвы измерялись десятками тысяч, и речь шла в основном о мирном гражданском населении. Исчерпав до конца миролюбие наше, мы вынуждены высокомерным упорством порты приступить к действиям более решительным. Турция своим отказом поставляет нас в необходимость обратиться к силе оружия. Александр II и его министры прекрасно понимали, что предстоит воевать не только с Турцией, потому что Турцию активно поддерживали прежде всего Англия и Франция. В дневнике 13-го Нарвского гусарского полка под командованием полковника Пушкина числятся 4 эскадрона, 6 штаб-офицеров, 19 обер-офицеров, 64 унтер-офицера, 17 музыкантов, 512 рядовых, 593 строевых лошади. А именно к легкой кавалерии относился этот полк. И на него падало это, так называемые наскоки, то есть короткая атака, ударили, ушли. Сторожевая служба, разведка, установление связи между отдельными какими-то воинскими подразделениями. Если говорим о Нарвском полку, там еще на них упала задача разоружения мусульманского населения в районах компактного их проживания.
они обеспечивали стратегический успех наступательных армий. И если бы не их помощь, кто знает, что бы там было. От папы больше месяца ни слова. По нашим соображениям, он за Балканами. Он просто молодец. Где бы он ни был, он пишет почти два раза в месяц. Первый бой, это зафиксировано в дневнике Нарвского полка, был уже 7 июля. Он уже участвовал в деле, но об этом предпочитал не писать. Он, конечно, щадил их, и можно подумать, может, и правда он там где-то что-то там отсиживался. Первые блистательные победы русского войска сменились чередой неудач. К осени Осман-паша перешел в контрнаступление. Война затягивалась, и предстояла долгая зима в горах. Последние бои Нарвского полка, это есть в документах, они вели, снег выше колена был. В Болгарских горах, там зимой бураны, там очень низкие температуры. Фактически очень много было случаев, когда просто часовые замерзали насмерть на своих постах. Компания, которая занималась обеспечением обмундирования соответствующего, не справилась со своими обязанностями. И многие командиры за свой счет заказывали из Петербурга полушубки, соответствующую обувь. Я думаю, и Пушкин мог также, поскольку другого выхода нет. Начальник Еленинского отряда, командиру 4-й армии корпуса. Имею честь донести вашему превосходительству. Полковник Пушкин приказал обойти оба неприятельских фланга. Ополченцы без выстрелов, по грудь в воде, перешли реку, заняли деревню и охватили фланги неприятеля, который, не выждав приближения, бежал. Они таки выбили турок из очень важной высоты, которая позволила в результате занять важную дорогу, которая вела прямиком к Стамбулу. У турок была такая своеобразная тактика. Занимая какой-то город, начинается грабеж и резня. Как всегда, они подожгли город. И какой приказ отдает полковник Пушкин? Они спешиваются и помогают тушить пожар местным жителям. И именно вот в Елене знают про Пушкина. Вот в Софии, может быть, не знают, а вот в Елене знают, что там был сын великого поэта. Это так. Милая Катя, несколько дней тому назад я могла бы сообщить тебе самые приятные новости о папаше, но теперь мы разочарованы. Неужели этот несчастный 13-й полк никогда не вернется? Но вот он же не был ранен, никакого ранения не получил. Я считаю, что тоже вот спасала его ладанка, пушкинская ладанка с частицей ризы Господня, которую он носил. И если говорить о генерале Пушкине, об Александре Александровиче, то его безукоризненная, безупречная воинская служба, отношения с товарищами, участие в военных кампаниях того времени, они в высшей степени характеризовали его как достойного сына своего отца и своего отечества. И недаром во время русско-турецкой войны он получил золотую саблю за храбрость. И сабля эта, так же, как и часы, хранились в доме у его потомков. Победное окончание войны с Турцией и возвращение домой совпало с фамильным событием. Отцу генерала, поэту Александру Сергеевичу Пушкину, в Москве открывали памятник.
1880 год установка памятника Пушкину в Москве превратилась в такое единение всех представителей всех сословий, партии. Казалось, вот тот достигнут был консенсус. Жизнь показала всю, в общем-то, слабость и наивность этой аргументации. Меньше чем через месяц был убит 1 марта 81 года император Александр II, и все пошло совсем иначе. В 1899 году, столетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тоже встречали по-особенному. Праздник впервые имел государственный уровень. И, конечно, сын поэта, генерал Александр Пушкин, был у всех на виду. В глазах встречных я читаю разочарование. Они ожидают увидеть в сыне великого поэта какую-то исключительную личность. А я самый обыкновенный, ничем не примечательный человек. Публика обижается. Помилуйте, Пушкин и не пишет. Он понимал, через его облик люди смотрят на облик его отца, через его отношение к миру, на отношение к миру его отца. Он понимал эту ответственность, сознавал ее и действительно был вполне достойным сыном своего отца. Александр Александрович трепетно хранил домашний архив. В нем наследие отца, великого русского поэта, которое могли использовать в корыстных интересах. Предстояло решить его судьбу. Все манускрипты отца я вывез. Вместе с тем могу сообщить, что, признавая рукопись достоянием не одного нашего семейства, но и России, я намерен пожертвовать ее Московскому музеусу. В октябре 1880 года личный архив поэта Александра Пушкина его сын Александр передал на бессрочное хранение в Румянцевский музей, которому доверял. Но ратник русской культуры. Помимо того, что он генерал, но генералов было много, простите меня, в Российской империи. А он такой один. Помимо того, что он там доблести свои сражения, он сохранил пушкинское наследие. Это очень важно. В газете «К столетию Пушкина» в интервью с Александром Александровичем журналист пишет: «Вы все-таки похожи на Александра Сергеевича. Я? Нет, мало. Вот сын мой, умерший в прошлом году, был очень похож со своим дедом». Александр Александрович указал на портрет молодого офицера, стоящий на столике, и добавил: «По карточке этого заметить нельзя. Он был очень похож на моего отца в профиль». Слышишь ли ты в роще детское пение? Над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса. В сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно. В сумеречном воздухе исчезающие небеса. Слышишь ли ты в роще детское пение? Младший сын генерала Николай отмечал в своей рукописи: «Большое горе постигло семью Пушкина осенью 1898 года. 21 августа застрелился сын Сергей, только что произведенный в корнеты 3-го драгунского сумского полка. Это была первая смерть среди взрослых детей Александра Александровича». Фотография фотографии, но она очень многое дает. Человек такой задумчивый, явно романтического такого склада.
Ну, что, собственно, потом и сказалось на его биографии. Жест может показать и внутренний мир человека, там какой-то поворот его, там как-то вот его, или он импозантен, и такой вот в самом таком позе, или наоборот, вот как вот характеризует, во всяком случае, человека в некотором роде. Наверное, все-таки он был более спокойный, более такой, хотя наверняка внутри у него кипело что-то. Ну, это, знаете, юношеский максимализм. Да, влюблен, видимо, сильно. Ну, вот делает предложение. Отказ по очень прозаической причине, что не то положение для дочери губернатора. То есть, знаете, имя Пушкин, наверное, мало о чем говорило этим людям. И вот стреляется, может сказать, из-за несчастной любви. Ну, конечно, это сложно. Это сложно нести такое имя. Тем более, что он внук, это уже время прошло, то есть уже Пушкин – это Пушкин для России. После 1890 года жизнь складывалась непросто. Второй брак с Марией Павловой стал чередой душевных переживаний, даже испытаний. Бог допустил ошибку, вложив все достоинства и совершенства в Софью Александровну, а все недостатки в мачеху. Брак был неудачный. Мария Александровна родила еще двух детей, сына Николая и дочь Елену. Часто жаловалась на старика мужа. Разогнала его детей от первого брака и не принесла ему покоя на старости лет. Письма к его дочери Анне. И сколько у них переживаний за каждого. За Олю, за ее неудачный брак. За Анну. Как устроена служба будет у Григория, у Александра. Каждое письмо, оно пересыпано различными фактами, событиями о его семье. И он делится это с дочерью Анной. Внешне был такой, как бы застегнутый на пуговице старик, да, старичок такой. А на самом деле очень глубоко переживающий все, что происходило в его семье. Здесь каждый славен, мертвый и живой. И оттого в любви своей не каясь, душа, как лист, звенит, перекликаясь со всей звенящей солнечной листвой. В 1891 году генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин подал прошение об отставке. Высочайшим соизволением ему было оставлено право носить мундир. Однако служба предстояла уже совсем иного рода. Родился при Николае I, служил при Александре II, плюс Александр III, плюс Николай II. Четыре императора. Сын генерала Николай Александрович Пушкин в записках об отце отмечал, что в это время вели жизнь светскую. Придворные балы, официальные торжества, приемы. Главной обязанностью генерала было сопровождение иностранных коронованных особ. Ордена и дарственные портреты гостей, сувениры оставались на память. На фотографиях коронации императора России Николая II. Среди доверенных и приглашенных генерал Александр Пушкин.
одной стороны, были оказаны почести генералу, потому что считалось очень почетной, значит, эта служба. А с другой стороны, как часто бывало с многими выдающимися людьми, не сложилось, потому что это не тот характер деятельности, который был ему близок. Весной 1895 года у Александра Александровича Пушкина по невыясненному поводу произошла какая-то неприятность с государем, вследствие коей он подал было в отставку. С Николаем II, видимо, отношения не заладились. Ему было предложено быть губернатором Иркутской губернии и на склоне лета изменять так сильно условия для своей семьи и себя уже было ни к чему. И, возможно, этим обусловлен его и выход в отставку. Но, тем не менее, он оставался быть полезным другим. Не привыкший сидеть сложа руки, Александр Александрович нашел себе новое дело. Боевой генерал вошел в опекунский совет ведомства учреждений императрицы Марии. Ну, вероятно, по зову души, я так думаю. Ну и потом уже все дела военной службы были оставлены. Из рукописи воспитанницы института Екатерины Даниловой. Он всегда был очень приветлив. По большим праздникам и после выпускных экзаменов обедал в институте за общим столом с нашими наставниками и с нами. Провозглашая тосты, шутил. Его очень любили воспитанницы, когда он приходил, там все бежали к нему, Александр Александрович. И он всегда находил какие-то гостинцы, слова. О своем отце Александр Александрович Пушкин никогда не говорил. Но на экзаменах по литературе, когда темой было творчество Пушкина, заметно волновался. Все, что мог, делал для облегчения их судьбы. Если оставалась девочка без стипендии, он хлопотал об этом. И как можно объяснить, что после выпускных они приезжали, обязательно это была традиция, домой, и он каждый дарил свои фотографии с надписью на память. И они хранили это всю жизнь. Кстати говоря, он дарил и выпускницам, и учащимся, поэтому много фотографий его и сохранилось. Каждому хочется, чтобы он остался в памяти других людей, других поколений, чтобы не был забыт. Это, по-моему, свойственно всем людям. Александр Александрович, он ведь когда стал приезжать в свое имение во Львовку? Только когда ушел в отставку. Это 1891 год. Военная служба не давала возможность посещать Нижегородскую губернию. Это единственный из детей поэта, бывавший здесь у нас в Нижегородской губернии. Ему принадлежала Кистенева, ему принадлежала Львовка. Он бывал в Болдине. В жаркую погоду бывал у своего двоюродного брата, у Анатолия Львовича Пушкина. Они вдвоем поднимались на колокольню Болдинской церкви. Они усаживались на стульях, в проемах колокольни. Окрестности были видны потрясающие. Наверху всегда прохладно и легко дышится. Братья подолгу смотрели в бинокль на поля, где шла работа. А на вопрос крестьянина, чем барина так привлекает Болдина, генерал отвечал. Болдина мне родное. Здесь и дед мой жил, и отец по этим улицам ходил. Во Львовке я как на квартире живу. Нет там такой широты, простора. Вот почему меня всегда влечет в Болдино. Плывут, плывут, как мысли, облака.
навстречу им июльские деньки. Идут в нетленной синенькой рубашке, по сторонам качаются ромашки. И зной звенит во все свои звонки, и в тень зовут росистые леса. Как царь любил богатые чертоги, так полюбил я древние дороги и голубые вечности глаза. Сын поэта Александр Александрович Пушкин, вот эту незримую связь, он просто чувствовал явно, на таком, наверное, на генетическом уровне, я думаю, так. Потому что дом родной где? Он здесь. Да, он жил в Москве. Довольно часто бывал в Подмосковье. Но своя-то земля, где свое родовое место. А свое родовое место в Нижегородской губернии. Хозяин он именно здесь. XX век обещал быть сложным. Опытный военный, генерал наверняка понимал, надвигается неотвратимое. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге произошли события, которые в истории назовут «Кровавое воскресенье». Но газеты об этом даже не упоминали. Аграфена Баранова, жительница села Марыгина. После расстрела рабочих в Питере все мы ходили в церковь. Обедню по убитым заказал Александр Александрович, и на ней были все Пушкины и вся их прислуга. Генерал все возмущался. Не могу понять, никак не могу понять, почему стреляют в безоружных людей. Через 9 лет новое потрясение. Война. 1914 год. Из объявления в газете «Петербургские ведомости». Генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин скончался 19 июля в имении Останкино Каширского уезда, о чем с глубоким горем извещают жена и дети. Собственно, приступ-то этот начался вот о мысли о войне, которая, ну, в общем-то, Россию погружала вот в какую-то новую эпоху. Как военные, а бывших военных не бывает, и не думать об этом он не мог. От этого и приступ начался. А уж последние минуты, я говорю, это была сердечная боль. Он всегда помнил, чьим сын. Для него это образец номер один, великий талант, гений. Он прекрасно понимал, что ему нужно высоко нести эту фамилию Пушкин. И он никогда не кичился тем, что он сын великого отца. Всем известные, так сказать, постулаты, изречения, да, уважены за имя.
Если это относить к Александру Санычу, естественно, за имя, это понятно, за имя Александра Сергеевича, но он уважен за собственное имя. Это аристократ. Аристократ по духу, даже не по происхождению, а по духу. Конечно, монархист, преданный царю и отечеству. Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Что в имени тебе моем? Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я? Есть в мире сердце, где живу я?